В китайской провинции Хайнань началось строительство первого многофункционального моста. Его протяженность 6 километров. Соединит сооружение город Хайкой с искусственным островом Жуи. По мосту шириной 27,5 метров пройдут автодорога и трамвайная линия. Также будет обеспечено водо- и электрогазоснабжение искусственного острова и оптоволоконная связь. Рабочие планируют завершить строительство в первой половине 2019 года. Продолжительность срока сдачи в эксплуатацию объясняется тем, что часть сооружения будет проходить через пролив Сюньчжоу, где глубина моря составляет 15 метров. По проекту мост, соединяющий остров Жуи и город Хайкоу, должен выдерживать супертайфуны. Скорость ветра здесь превышает 60 метров в секунду. Также он должен быть устойчив к землетрясениям с магнитудой до 8 баллов. Эта часть моста возводится согласно стандартам прочности к разрушительным стихийным бедствиям.